Мировые шедевры живописи в Нижнем Новгороде. В художественном музее открылась выставка работ Брейгелей. Из 14 работ, представленных там, 12 картин в России никогда не выставлялись. Благодаря поддержке как раз губернатора и министра культуры Нижегородской области мы привезли 14 картин из того фонда, который не экспонировался в Пушкинском музее. Это просто как подарок для нас, простых обывателей, которые, мы, конечно, любим живопись, и впервые увидеть эти полотна вот так вот близко. Музеи, как ничто другое, сохраняют нашу память, сохраняют нашу принадлежность к нашей высокой культуре российской. И внимание, конечно, уделяется губернаторам не только центральным музеям, но и глубинки наши. У нас по области 64 музея. Наша, например, коллекция в наших центральных музеях является уникальными, исключительными. Это подтверждают не только нижегородцы, ну мы сами себя хвалим, да, но и гости нашего города. У нас же ведь много проходит разных культурных мероприятий, я имею в виду фестивали, приезжают известные музыканты. Здесь, в Кремле, в Нижегородском, культурные богатства и культурная жизнь бьют ключом и не отодвигаются куда-то на задвор. Мне это лично очень импонирует.